часах при достижении 10% заряда аккумулятора у меня часы ушли от моего циферблата, который я выбирал и устанавливал на, я так понимаю, энергосберегающий. Здесь после 10, ну это где-то 9% стало, и вот такая вот петрушка началась. Вот включился этот дисплей, но тем не менее все у нас уведомления полностью приходят. При звонке все полностью работает. Вот. Будем ставить на зарядку. Но перед тем, как ставить на зарядку, хотелось бы сказать, что вернуть свой циферблат у меня не получилось из-за того, что при синхронизации пишет, нужно зарядить сам браслет. Вот. Устанавливаем в защитном корпусе и с новым ремешком в зарядку. В зарядку оно не входит, то есть защитную нашу рамку придется снять ободок для того, чтобы зарядить. Браслет, я думаю, не нужно будет снимать. И заодно почистим часы. Так, замечательно все вошло. Сегодня и пошла месяца, и мы точно знаем, что наш браслет держит заявленное время, 45 дней именно. Вот, так как у меня он продержал 47 дней, и плюс еще ко всему этому можно добавить то, что 9% ему хватит еще как минимум дней на 5. Кто хочет, может добавляться в друзья. Этот RQ-код будет в этом видео. Вы можете поставить его на паузу, отсканировать. Берем обычную салфетку спиртовую, которой можно легко пролезть и почистить данные часы. Ну, то, что очень сильно радует, то, что часы все-таки держат 45 дней минимум. Вот. Подвержены болезни Philips Xenium, когда можешь потерять зарядку за 45 дней работы данного устройства. Так, немного прочистили, вот, обработали, здесь тоже защитную рамку надо обработать. В общем, в принципе, циферблат пришлось устанавливать из меню, он не восстановился после заряда часов, но тем не менее часы работают, что не может не радовать. Все отлично, все хорошо. Единственное, на чем хотелось бы заострить внимание, на том, что приготовьтесь, для удобства вам надо будет бампер и нужен будет браслет. Какой вы будете покупать, я не знаю, но путем подбора личных предпочтений вы оставите что-то свое. Вряд ли кто-то захочет пользоваться ремешком. Вряд ли кто-то захочет пользоваться без защиты. Без бампера вот этого. Ну, хотя можно еще, в принципе, положить сюда силиконовую пленку, но я решил этого не делать. Вот. Так что, в принципе, все. Единственное, что осталось в настройках, уменьшить яркость, такой будет вполне достаточно, и все, и пользоваться дальше часами. Всем пока.